всем привет! Это финский парень Ли Кей. И сегодня мы проходим игру Кот Феликс. Кот, который вылазит из желтой сумки. Черный кот, говорят, не повезет. 92-й год, Hudson Soft. Значит, опять же, 8-битка. И нам звонит злой Леонид Якубович, который был у нас уже в Чип энд Дейле, и говорит: «Феликс, если ты не хочешь отдать мне свою сумку, я ее у тебя сам заберу», и ложит трубку, и при этом похищает нашу, значит, киску, да, белую киску. Вот так. И мы, значит, отправляемся в бой с боксерской перчаткой, разыскивать нашего доктора Якубовича. И попутно собираем голову кота Феликса, пьем молоко. И, значит, мы можем, вот, обратите внимание, бить на облака, которые в форме головы профессора Якубовича. Если мы по ним бьем, по некоторым, то можно выбить из них даже жизнь, да. Проходим смертельный мост из Mortal Kombat. И вот, мы берем сердечко и превращаемся в Дэвида Блейна, в Копперфильда, значит. В чем тут весь подвох? Вот видите сердечки в левом углу? Это время, вот, которое нам отведено на то, чтобы быть фокусниками. Чтобы его пополнять, нужно брать молоко. Вот, банки с молоком берем, и сразу сердечки все полные. И, значит, если мы дальше берем сердечко, мы превращаемся, значит, у нас уже есть одноколесный автомобиль, у которого смертоносный сигнал. И потом можно еще превратиться в танк. Да, и в каждом уровне, в зависимости от того, какой он, наземный или подводный, или там в небе будем летать, там как бы разные апгрейды у нас будут. Вот. И еще иногда вот можно в большую такую сумку поместиться и набрать там тоже кучу бонусов. Ну вот, собственно, и все, что можно было сказать по игре. А теперь всем привет. Ли Кей здесь, финский парень. Меня не было неделю. Где же я был? Кстати, что мне понравилось, что мне писали многие из вас и спрашивали, мол, Ли Кей, ждал все воскресенье нового обзора и ничего не было. Мол, почему так, что такое? Ну, я всем сказал, и вот сейчас скажу остальным, что я болел, и вообще не было ни настроения, ни сил что-то записывать, проходить. В общем, я болел, и еще заодно писал свою магистерскую, да. Много вещей произошло, в принципе, за эту неделю. Отдельно вот хотел бы рассказать то, что сегодня утром, я сейчас записываю в субботу, да, сегодня утром я ездил на, не знаю даже как это сказать, на игру, что ли, да, Airsoft, Airsofteров. Это значит, что это такое? Это как все как в настоящей войне, там форма, экипировка, значит, вообще стратегия, КПП, там всякие штабы и все такое, флаги. Все такое же, как на войне, даже ну, оружие такое же, только единственное, оно стреляет, ну, естественно, пластмассовыми пулями, да? Ну, пластмассовыми шариками такими. Вот, и, значит, я вот был на этой, значит, войне в образе Милоша, мы снимали Ху ТВ, и будет в скором времени новая серия Ху ТВ, и вот с этого, значит, игрища, там войска НАТО воевали против против России, еще были повстанцы. Ну вот, что из этого вышло, как бы, увидите из репортажа. Вот, еще по легенде, я вот не знаю, сейчас уже надоело всем обещать, но клип «Математика» от MC Клава, он выходит, если вот вы сейчас смотрите это видео в воскресенье, да, когда, это получается какое там, 8 число, да, сейчас посмотрю календарь, сегодня 8, ну да, 9, День Победы все-таки. Значит, если вы смотрите это видео вот 9 мая, то, в принципе, проверьте на всякий случай вообще мой канал, что, скорее всего, математика уже будет на канале. Но если ее нету, то, ну, крайний случай это понедельник, но уже точно должна быть. Вот. Всех тоже с наступающими праздником. 9 мая, День Победы. Все классно. Проходим кота Феликса на автомобиле. И сегодня мы будем говорить про летние лагеря. Да, про летние лагеря. И вообще у нас сегодня тема урока «Как я провел лето».
Значит, вспоминаем, кто был в лагерях, кто оставался в городе, кто был в деревне у бабушки. Пишите свои истории, значит, в комментарии. И я буду вспоминать про свои. А именно про лагеря, потому что я был вообще очень много раз в лагерях. И, в принципе, в самых разных, в каких-то я был несколько раз, ну, в одном и том же. В какие-то первый раз только приезжал, и это был последний раз. Вот, ну что, начну, пожалуй, я с лагеря в Кемере. В Кемере был классный лагерь. Я туда, ну, совсем маленьким ездил. Ну, я уже в школе учился, по-моему, но все равно еще был маленький и все дела. Лагерь, значит, очень большая территория была, несколько корпусов, там, не знаю, корпусов 7, 8, может 10, не, даже больше, ой, не-не, очень большой лагерь, там на пол города, в принципе, на пол Кемере. Арви, привет, кстати. И, значит, я там был, что там, мед пил, по усам текло, в рот не попадало. Но, дорогие мои, я был без усов, и все мне в рот попадало, а тем временем у нас первый босс, это Мендарк. Из Декстера, из мультика про Декстера. Непонятно, чем нас стреляет. В этой игре, кстати, очень сложные боссы, как вы видите. Проходятся просто на одном дыхании. Подсчитываются очки. И мы прошли первый мир. Да, тут миры, как Супер Марио, делятся на подмиры. Типа 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 и все такое. И вот мы проходим. Значит, моя история про лагерь переносится на следующее видео. Ну, у вас это будет все в одном видео. И продолжаем проходить игру Феликс. Мэри Поппинс, до свидания. Мэри Поппинс, здравствуйте. И сегодня у нас кот Поппинс в Поппинс летает на зонтике, как знаменитая Мэри. И вспоминает, как же я был в лагере. А именно, в первый мой лагерь, это лагерь в Кемере. Отличнейший лагерь. Очень большой, просто занимал, наверное, пол города по своему объему. То есть корпуса были разбросаны по всему городу. От самых маленьких там были, значит, корпуса, где, там, например, там школьники до 7 класса, ну, как-то так. Потом корпуса, где уже там школьники выпускных классов и школьники вообще там самых начальных классов, как-то так. Вот, я был в школьниках вот где до 7 класса, там, ну, средние. И... такой случай был классный. В общем, у нас была такая палата, ну, как это, вот эти комнаты, где живут, да, все, называются палаты. И была такая палата, называлась 13-я ударная. 13-я, потому что 13-й номер, а ударная, потому что там парни любили драться. И один раз какой-то там местный кистрцемщик, да, или как их там правильно назвать, Арви, привет еще раз. Ну, ты же из Кемери. Значит, побил там какого-то нашего маленького школьника. И наши из 13-й ударной взяли на себя инициативу карателей и призвали весь лагерь вечером после ужина втайне от преподавателей собраться и пойти как бы в сам населенный пункт и найти этого обидчика и вообще его подопечных и все остальное. В общем, так и было. В 7 часов вечера поели свой ужин, свои котлеты, выпили свой компот, в котором частички фруктов на дне оседают, и когда пьешь, ты так глазами смотришь, чтобы они тебе в рот не попали. Не знаю, мне не нравилось, что, когда они касаются рта. Вот. И, значит, пошли. А я, ну, совсем тоже маленький был. Я там, по сути, так шел чисто посмотреть. И был такой расклад. А в этих всех лагерях все играли в Ноус. Ноус был очень популярный, и пошли с киями. С киями, там, как правильно, да, дай бог выговорить. 13-я ударная во главе. И, значит, пошли. Сейчас вытащу жвачку. Так, да. Нашли этих пацанов, ну, вот этого пацана, и с ним там еще какие-то парни были. И, в общем, его этим кием такие забили и затыкали там. И как-то это все очень быстро произошло, просто там пару ударов. Остальные эти его напарники сразу там в лес убежали, ну, их уже искать никто не стал. Ну, по легенде искали, мы там поднимем... всех, найдем в лесу его и все такое. Но никто искать не стал.